Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте. В 23-й раз выступаю с новогодним поздравлением, когда руковожу компанией «Этажи». И впервые задумался, насколько уместно это будет. Прежде всего, хотел поблагодарить каждого из вас за этот замечательный год. Мы очень самоотверженно работали, трудились, и все внесли весомый вклад в то, что год прошел для компании «Этажи» очень успешно по всем показателям. Также хотел отдельно отметить, что мы уже работаем в 10 странах, почти 230 городах. И вы знаете, и мы по-настоящему международная компания. И поэтому я всем хочу пожелать при принятии решений, понимании смыслов, руководствоваться общечеловеческими ценностями. В наступающем году всем желаю здоровья, любви, удачи. Я уверен, все будет хорошо, но многое зависит от нас, от того качества решений, которые мы принимаем, насколько они долгосрочны. Вы знаете, человеку для счастья много не надо. Я думаю, что как никогда в такие сложные, переломные моменты мы понимаем, как важна любовь близких, как важны верные друзья, надежные коллеги, как важны самые близкие люди. Я вам хочу пожелать, чтобы в вашем кругу была гармония, чтобы вы понимали друг друга и ценили, чтобы те, кого любите вы, любили вас, чтобы ваши сердца всегда полны были огромной энергией и жизнью. Это очень важно. Дорогие друзья, я уверен, что все получится, все будет великолепно. С наступающим Новым годом!